Как живут алкоголики в Англии? Ну, в основном живут в домах, которые предоставляются им бесплатно. Предоставляется им бесплатная еда. Но там не только алкоголики живут, но и алкоголики тоже. На территории этого учреждения пить нельзя, иначе их могут выгнать. И они тогда устраиваются пить за забором этого учреждения. К сожалению, люди это примерно до 40 лет, которых я вот видел, и они уже ничего не могут делать. Они единственное могут только держать банку пива в руках и все. Пиво покупают какое-то 14 оборотов, крепкое. Вот иду обратно вечером с рыбалки. В принципе, то же самое картина. Иногда даже они лежат на дороге или сидят, встать уже не могут. Или даже трудно обойти. Ну вот что делать? Получают деньги и живут. Бесплатное питание. Cook up here in the kitchen if you want to cook. Try and look after that. You need to have a look after you.